Парад! Мирно! Для встречи слева! Направо! Советского Союза, войска Московского гарнизона, для парада во знаменовании 58-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции построены командующий парадом генерал-полковник Говоров. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с славной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Поздравляю вас с славной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с славной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с славной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с славной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
товарищи воины советских вооруженных сил, трудящиеся Советского Союза, наши уважаемые зарубежные гости, от имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства приветствую и поздравляю вас с праздником 58-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. В этом году всенародный праздник октября наша Родина отмечает в обстановке нового подъема политической и трудовой активности советских людей с огромным энтузиазмом, борющихся за успешное завершение девятой пятилетки и достойную встречу 25-го съезда КПСС. Советский народ, тесно сплоченный вокруг Ленинской партии, идет к ее очередному съезду полный сил и творческой энергии. Самоотверженный труд рабочего класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции приносит замечательные плоды. Высокими устойчивыми темпами развивается наше народное хозяйство. Все более успешно решаются важнейшие задачи научно-технического прогресса. И из года в год растет материальный и культурный уровень жизни народа. Как никогда прочно идейно-политическое единство советского общества. Неуклонно крепнет экономическое и оборонное могущество нашего социалистического государства. Завершающий год девятой пятилетки ознаменован выдающимися свершениями в исследовании космоса. Прогрессивное человечество высоко оценило успех совместного полета космических кораблей «Союз» и «Аполлон» и двух экипажей орбитальной космической станции «Салют-4». В канун праздника Великого Октября впервые в истории космонавтики на орбиту Венеры выведены искусственные спутники и получены уникальные изображения поверхности планеты в местах посадки спускаемых аппаратов. Новых успехов в своем развитии добились страны социалистического содружества. Еще более тесными стали их братская дружба и всестороннее сотрудничество. Достижения Советского Союза, других социалистических государств особенно наглядны на фоне тех социально-экономических потрясений, которыми охвачены сейчас капиталистические страны. Наши успехи вновь убедительно демонстрируют перед всем миром неоспоримые преимущества социализма перед капитализмом. В результате последовательного претворения в жизнь программы мира, принятой 24-м съездом КПСС, согласованной политики братских социалистических стран и борьбы всех миролюбивых сил, международная обстановка развивается по пути дальнейшей разрядки напряженности, конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества между государствами с различным социальным строем. Свидетельством этого является успешное завершение совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и последующие шаги по укреплению международной безопасности. Торжеством справедливой борьбы за свободу явились славные победы народов Вьетнама и Камбоджи. В результате успешной национально-освободительной борьбы и свержения фашизма в Португалии рухнула последняя колониальная империя. Трудящиеся этой страны ныне самоотверженно борются против реакции за свободное, независимое и демократическое развитие своего государства. На международной арене
продолжается неодолимый процесс дальнейшего изменения соотношения сил в пользу мира, демократии и социализма. Однако в мире все еще действуют агрессивные империалистические силы, которые упорно противятся разрядке международной напряженности и усиливают гонку вооружений. Сохраняется взрывоопасный очаг на Ближнем Востоке, осложняет международные обстановки и провокационная политика пекинских руководителей, их попытки подорвать процесс разрядки. В этих условиях еще большее значение приобретают единство и активность действий всех прогрессивных сил в борьбе за прочный мир и безопасность народов. Коммунистическая партия и советское правительство и впредь будут последовательно и твердо проводить миролюбивую ленинскую внешнюю политику. В то же время, учитывая опасность происков международной реакции, они неустанно заботятся об укреплении экономического и оборонного могущества нашей Родины, воспитывает советских людей в духе высокой революционной бдительности. Наш народ, его воины горячо и единодушно поддерживают внутреннюю и внешнюю политику Ленинской партии, своим повседневным трудом доказывает непоколебимую верность идеалам коммунизма. Советские вооруженные силы, оснащенные первоклассной боевой техникой, бдительно и надежно стоят на страже завоеваний Великого Октября. Беззаветно преданные своему социалистической родине, коммунистической партии, личный состав армии и флота, идя навстречу 25-му съезду КПСС, настойчиво повышает свою политическую подготовку и боевое мастерство. Советские воины отдают все силы и знания великому делу служения социалистическому Отечеству и всегда готовы в боевом содружестве с воинами братских стран Варшавского договора выполнить свой патриотический и интернациональный долг. Да здравствует 58-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции! Да здравствует великий советский народ и его доблестные вооруженные силы! Слава Коммунистической партии Советского Союза, испытанному авангарду рабочего класса всего советского народа! Ура! Thank you.
На одного линейного дистанции. Первый батальон прямо. Остальные направо. На плеч. Равнение направо. Шагом. Марш.
революция слово сказала, беспощадно прямое, как штык. Это слово в тот год у вокзала на плече приподнял броневик. Человек невысокого роста и рабочая кепка в руках. Говорит он негромко и просто, а слова остаются в веках. Я слышу, как снова и снова, перелившись в металл и гранит, большевистское Ленина слово надо всею вселенной кривить. Thank you.
Сегодня здесь, на Красной площади, среди почетных и дорогих гостей праздника, ветераны-стахановцы, герои первых пятилеток, 40 лет трудовому подвигу Алексея Стаханова. Одним из ярких проявлений творческой смелости и дерзновенного труда советских людей назвал стахановское движение генеральный секретарь Центрального комитета нашей партии Леонид Ильич Брежнев. И вот сегодня на Красной площади герои социалистического труда Мария Ивановна Виноградова и Константин Александрович Борин. Вам слово, уважаемые товарищи. Для меня этот год самый счастливый в жизни, потому что он был очень насыщен всякими событиями. В особенности для меня лично и для других стахановцев было особенно приятно, что, во-первых, страна широко и торжественно отметила стахановское движение, 40-летие стахановского движения. Во-вторых, что нас принял Леонид Ильич Брежнев в Кремле, всех стахановцев первых пятилеток. Очень тепло, по-дружески, очень долго мы с ним беседовали. Это незабываемое время, незабываемый год. То, что мы видим здесь, на Красной площади, и в этот торжественный день, когда наша страна отмечает Великий Октябрь, нам, работникам и сельского хозяйства, и промышленности, вспоминаются те далекие годы, годы первых пятилеток. Приятно видеть на тех транспарантах, которые демонстрирует наша Москва, как успешно претворяется в жизнь решение 24-го съезда партии. Как успешно претворяются в жизнь все взятые обязательства в честь 25-го съезда партии. Дважды герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР, генерал-лейтенанту авиации Владимиру Александровичу Шаталову. Ну что ж, сегодня, находясь здесь, на Красной площади, еще раз испытываешь огромнейшую гордость за нашу большую, великую Родину, за те большие успехи, с которыми мы приходим к этому замечательному празднику. И здесь, и за рубежом. Рассказывая о достижениях советского народа, мы видели, как сотни, тысячи людей с большим интересом слушали нас и вместе с нами радовались достижениям советского народа. В этом году наша космонавтика добилась тоже больших успехов. Мы радуемся, что сумели выполнить большую национальную программу. Успешно завершили две экспедиции на орбитальной станции «Салют». Успешно выполнили нашу первую в истории человечества международную программу полет космических кораблей «Союз» и «Аполлон». Ну и сегодня, в этот день замечательного праздника, 58-й годовщины Великой Октябрьской революции, мне хотелось бы поздравить всех трудящихся Советского Союза, воинов вооруженных сил, наших славных авиаторов, наших замечательных тружениц, неутомимых женщин с этим большим праздником. И в преддверии 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза мне хочется пожелать всем новых больших трудовых успехов, большого, хорошего, крепкого здоровья и самого большого личного счастья. Сегодня на Красной площади, на гостевых трибунах, лауреаты государственной премии СССР 1975 года. Народный артист Советского Союза Юрий Александрович Гуляев, которого, конечно, вы все, товарищи, хорошо знаете, как исполнителя, первого исполнителя многих песен советских композиторов, как известного оперного певца. Спасибо. Сегодня, в праздничный день Великой Октябрьской революции,
в моей жизни большое событие. Мой труд, творческий, скромный труд, очень высоко оценен. Мне присуждена государственная премия СССР. Мне хочется сегодня поблагодарить партию, нашу партию, правительство, весь советский народ за столь высокую оценку. Спасибо большое. Диктор центрального телевидения, народная артистка республики Валентина Михайловна Леонтьева удостоена государственной премии СССР 1975 года как ведущая цикла передач «От всей души». Спасибо. Дорогие товарищи, сегодня в этот великий праздник нашей страны мне хочется отсюда, с Красной площади, передать поздравления всем тем, с кем мне посчастливилось встретиться. Я поздравляю тружеников украинского села Тимоновка и белорусского села Любань. Я поздравляю шахтеров Копейска и моряков Калининграда, рабочих московского завода «Калибр» и образцовой типографии. Я поздравляю жителей славного волжского города Вольска и учителей Калуги, ткачей Реутова и работников Тираспольской швейной фабрики. Я поздравляю строителей Нарвы и замечательный коллектив рабочих прославленного Балтийского завода. Мне хочется сейчас поздравить еще наших будущих героев. А у нас их будет очень-очень много, потому что настоящих, преданных своей родине, своему делу советских людей в нашей стране искать не надо. Счастья вам, радости вам, успехов вам от всей души. Комсомол, комсомол, на груди у тебя 6 наград, ордена твои славой горят. Комсомол, комсомол, ордена твои славой горят. В нашем репортаже принимает участие видный советский ученый, герой социалистического труда, академик Николай Михайлович Жаворонков. Этот год был особенно знаменателен для советских ученых. Крупнейший центр отечественной и мировой науки, Академия наук Советского Союза, отметила 250-летие своего существования. Победа Великого Октября открыла новую страницу в истории Академии. Вождь революции и создатель советского государства Владимир Ильич Ленин считал науку необходимым условием построения социализма. Он рассматривал ее как орудие для создания материально-технической и духовной основы. Наука, развитие науки стало предметом постоянной заботы нашей партии и народа. Советский Союз ныне по ряду областей науки занимает передовые позиции. Свидетельством заслуг Академии является награждение ее 2-м орденом Ленина. Oh,
по традиции, на трибунах Красной площади. Сегодня вместе с москвичами много и зарубежных гостей. Позвольте представить вам наших друзей из социалистических стран. Нгуен Тхи Куэтам приехала в Москву из Ханоя, столицы Демократической Республики Вьетнам. А Милушка Свободова и Здене Крубен – автомобилестроители из чешского города Млада Болеслава. Пожалуйста, Куэтам, я знаю, вы говорите по-русски. Поделитесь своими впечатлениями. Я сегодня испытываю большую радость за то, что я могу присутствовать на этой исторической площади, чтобы вместе с советскими товарищами праздновать Великую Октябрьскую социалистическую революцию. И вот в этой праздничной обстановке я думаю о моей родной стране с большой радостью. В этом году наш народ торжественно отмечает великий праздник не только в Ханое и в других городах Северного Вьетнама, но и в самом Сайгоне. И это для нас большая радость. И праздник этот, я думаю, что не только советского народа, но и нашего народа. Дорогие товарищи, я здесь первый раз. Я хотела бы передать сердечные поздравления всем вашим рабочим и специально вашему ленинскому комсомолу. И у нас дружба с вашим заводом Москвичом и с нашим заводом Škoda Mladá Boleslav. И мы знаем, что все вы делаете и как работаете. И я хотела бы сказать большое спасибо за все, что вы для нас делали, потому что здесь очень все большое, красивое. Я очень рада, что здесь могла приехать в вашу землю, познакомить с вашей жизнью, с вашей культурой. И еще одной бы хотела сказать: с праздником, дорогие товарищи, дорогая молодежь. Трудящиеся Советского Союза, настойчиво борьтесь за дальнейшее... Вместе с нами на празднике представители буквально всех стран мира. Вот рядом со мной находится Энди Уильсон. Он активный деятель движения «За мир Великобритании», видный общественный деятель. И шахтер из Португалии, член Национального совета «Интерсиндикал» профсоюзного центра Португалии. Well, it's the first time that I've been on the demonstration. Я впервые приехал в Совет, присутствую на Красной площади, говорит Энди Уильсон. Он говорит, что для него огромное вдохновение доставляет находиться здесь и видеть эту огромную, прекрасную манифестацию советских людей. Например, Ириана Рамос говорит, что он восхищен грандиозной манифестацией советских трудящихся, которую он наблюдал сейчас. Он говорит, что Октябрьская революция имеет огромное значение для всех буквально стран мира и для Португалии. И он от имени шахтера Интерсиндикала он передает огромный привет всем советским людям, лучшие пожелания, в первую очередь нашим братьям, говорит он, горнякам. Пусть крепнет могучий союз революционных сил, мировой система социализма, международного рабочего движения, борцов за национальное и социальное освобождение народов! Ура!
праздничное шествие на Красной площади. Слово московскому строителю, члену Президиума Верховного Совета СССР, герою социалистического труда Николаю Анатольевичу Злобину. С огромным волнением смотрю я сегодня на наше торжество, на тысячу радостных лиц. Москвичи празднуют 58-ю годовщину октября с хорошим настроением. Нам есть чему радоваться, есть чем гордиться. Наша страна успешно завершает 9-ю пятилетку. Как подчеркнул товарищ Брежнев, выступая на 24-м съезде, высшей целью экономической политики нашей партии является забота о благе народа. И все мы видим, как политика эта претворяется в жизнь. Москвичи, как и все советские люди, выразили сегодня горячее одобрение и полную поддержку деятельности Центрального комитета КПСС и его генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева по осуществлению внутренней и внешней политики нашей партии. Нынешний октябрь страна встречает в преддверии 25-го съезда партии. Миллионы тружеников встали на ударную предсъездовский вахту. Инициативы и творческий поиск помогают нам завоевывать все новые и новые рубежи. Сегодня, в этот славный октябрьский праздник, весь наш народ продемонстрировал свою готовность встретить 25-й съезд Ленинской партии новыми достижениями и уверенно вступить в 10-ю пятилетку.